Такой близкой и доступной медпомощи здесь ждали несколько лет. Сегодня в поселке Шмидта открылась врачебная амбулатория. Раньше жителям приходилось обращаться в больницу около ЖД вокзала. Между тем поселок связан с городом мостом и двумя автобусами. Собственная амбулатория теперь значительно облегчит жизнь. Нужна была, даже необходима. Сейчас просто, если что-нибудь тебе нужно, какое-то направление, приходишь здесь, просто посмотрят тебе, все скажут, выпишут, все нормально, никуда подниматься не надо. У нас много пожилых людей, которые не в состоянии перейти через мост. У всех то давление скачет, то еще что-нибудь происходит. Один врач общей практики и три медсестры будут вести прием 5 дней в неделю. Плановая и экстренная помощь, прививки, направления. Теперь все это можно получить, не выезжая из поселка. Сюда будут переезжать и узкие специалисты. Здесь будет работать и мобильный флюорограф. То есть эта помощь станет доступной. А если помощь будет доступной, то появится и уверенность в завтрашнем дне. Почти весь медперсонал и сами жители поселка Шмидта. Своих соседей они знают много лет, как и их проблемы со здоровьем. Не успели открыть этот участок, как уже заговорили о планах на его будущее расширение. Задачу поставили, это прозвучало сегодня от жителей поселка Шмидта, что требуется еще одно отделение, уже педиатрическое, когда здесь будет сформировано полноценное детский участок, как это называют медики. Наверное, это будет задача следующего периода. Со следующей недели новый участок начнет принимать первых пациентов. Рассчитан он на 2500 человек. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.